Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на обвинение лидера оппозиционной народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу перед предстоящими парламентскими выборами. Эрдоган заявил, что готов уйти в отставку, если Кылычдароглу обнаружит в президентском дворце золотые унитазы. Подобное обвинение оппозиционный лидер выдвинул на одном из предвыборных митингов в ходе избирательной кампании. Президент Турции, по словам его адвоката, намерен подать в суд. Приглашаю его приехать и лично проверить. Интересно, удастся ли ему найти хоть одно золотое сиденье в туалетных комнатах? Если он найдет его, я уйду в отставку с поста президента. Если нет, то уйдет ли он сам? Ранее Кылычдароглу не раз упоминал золотые унитазы в качестве свидетельства любви президента Турции к роскоши. Эрдоган действительно переехал в новый дворцовый комплекс, в котором тысячи комнат, после своей победы на президентских выборах в прошлом году.